Всем десантным отрядам, на связи сержант Кэлли. Я не могу добраться до Марс-Сити. Отправляйтесь в штаб десанта для перегруппировки и ждите дальнейших приказаний. Вышел только я. Оказывается, еще и ты. Что-то случилось. Не знаю, что. Пронеслось, как волна по всей базе, и люди стали меняться. Это так страшно. Я был тут, работал в вентиляционной шахте. Не знаю, как мне удалось выжить. Приведи помощь. Пожалуйста. Будь осторожен. Я не знаю, что там такое. Марк Стентон, таможенный инспектор Марс-Сити. Не знаю, кому следует сообщить об этом, поэтому я решил разослать свой отчет всем, кому можно. Если вы получили это сообщение, прошу вас ознакомиться с ним. Это очень важно. Меня очень тревожит положение дел с получением и отправкой груза. Меня, как таможенного инспектора Марс-Сити, должны ставить в известность во всех прибывающих и отправляемых. Кто-то действует через мою голову, так что данные о некоторых грузах ко мне не поступают. Это недопустимо. Я, разумеется, упомяну об этом в рапорте. Так не положено. А в случае чего крайним буду я. Не знаю, кто разрешает принимать и отправлять грузы без декларации. Марс-Сити. Я только что вышел с еженедельного совещания медперсонала. Больше всего говорили о гигантском всплеске психических расстройств, который недавно обрушился на базу. Судя по числу докладов, эти симптомы проявляются у 10% всех людей. А учитывая, что многие не обращаются с такими проблемами к врачу, это количество может достигать 30-40%. Проблемы возникли даже у медиков. Так мы лишились нескольких медсестер и двух хороших врачей. Я собираюсь подать официальный запрос, чтобы следующим рейсом сюда прислали еще двух психиатров. В
Двое наших крайне перегружены. И то, что им приходится выслушивать от пациентов, уже начинает влиять на них самих. Рапорт о боевом духе солдат. Боевой дух понемногу начинает снижаться. Пока волноваться не о чем. Я держу моих ребят в форме, но события на базе начинают отражаться и на солдатах. На базе происходит много странного, непонятного. Я думаю, это все из-за экспериментов, которые проводит UAC. Законов здесь нет никаких. Так что экспериментировать можно с чем угодно, никаких ограничений. Постоянно все новые люди пропадают без вести. Нет, конечно, не десантники, а гражданское население, но все равно. Поступил видеовызов. Не знаю, что тут творится, но ребята на входе. Связь установлена. Солдат. В данный момент нет смысла поднимать тревогу, верится, но я прошу сменять отряды каждые 3 месяца, а не 6, сейчас. Я сейчас в комплексе Т. Все выходы отсюда перекрыты. Устраиваю здесь командный пункт. Из администрации Дельта можно отслеживать состояние всей базы и связываться с остальными десантниками. Твоя задача — встретиться с группой Браво и отправить сигнал СОС. Иди через комплекс Альфа. Так быстрее всего. Я дам тебе все необходимые права. Молодец. UAC заботится о своих сотрудниках. Услуги профессионального... Yeah.
солдат, скорее отыщи группу «Браво». Им пригодится любой человек, способный держать оружие. Необходимо отправить сигнал СОС. Это наша единственная надежда.